Здравствуйте, уважаемые коллеги по проблемам со здоровьем. Так случилось, что полтора года назад я попал в категорию инфарктников. После этого мне сделали стентирование, а при проверке выяснилось, что у меня проблемы и в другом сосуде забит на 80%. А поскольку там был устьевой стеноз, то мне предложили сразу аортокоронарное шунтирование, которое меня не устраивало. Я начал искать варианты стентирования при устьевом стенозе. В России этого не делают, поэтому я зашел в интернет, начал искать, кто это может делать за границей. Я открыл одну из клиник во Франкфурте на Майне, и мне тут же вышла табличка с предложением некой системы BocuMed подыскать лечение, подыскать клинику и так далее. Я сначала к этому отнесся скептически, но потом все-таки решил воспользоваться и в дальнейшем не пожалел. Мне назначили координатора, им оказался Максим Привалов. Мы с ним тут же связались, и началась работа. Прям настоящая работа. Я ему сообщил все мои данные, выслал мои снимки на дисках, вернее, съемку на дисках, на диске. Он ее тут же проверил и отправил в клинику, которую он мне выбрал для лечения. Вообще, общение с Максимом Приваловым мне доставляло удовольствие, поскольку этот человек проявил себя знающим специалистом, врачом, и мгновенно реагировал на все мои вопросы. И если что-то он как бы ему требовалось уточнить, он уточнял очень оперативно. Уточнял это непосредственно в клинике. Он мне выбрал профессора, очень, так сказать, известного в Германии и за ее пределами, профессора Хазе, которому направил мои данные, и он согласился делать операцию. Оставалось координировать сроки операции, определиться с ее стоимостью и, так сказать, решить все организационные вопросы. С помощью Максима Привалова, все эти вопросы были решены. И очень оперативно, и, так сказать, я всем этим очень доволен. В клинике я пробыл 2,5 дня, так как было запланировано. Затраты на лечение оказались такими же, как они были предварительно обозначены в счете. Ну, немножко они превысили за счет там дополнительных манипуляций, анализов. Но, тем не менее, все было в разумных рамках. И все было так, как мне обозначил Максим Привалов. В заключение я хочу выразить огромную благодарность Максиму Привалову за проделанную работу, Елене Байдинг, которая выполняла координацию между Приваловым и Франкфуртской клиникой Красного Креста, а также непосредственно с профессором Хазе. Елена Байден тоже исключительно доброжелательный, приветливый, обязательный человек, который мне, так сказать, все рекомендации профессора Хазе буквально на следующий день после операции выдала. Огромное ей спасибо.